я Илья Соловьев, и сегодня мы вас научим и покажем ласточку или задний виз. Вот следующее подводящее упражнение к элементу ласточка. Более часто встречаемые ошибки в ласточке или заднем висе – это прогиб в спине и неправильное положение плеч. Прогиб в пояснице можно исправить следующим образом. Для более длительного удержания такого элемента, как ласточка, пробуйте с каждой новой попыткой браться более широким хватом, начиная с такого, то есть зажимая себя руками, свою спину и свои крылья, далее разводя все шире и шире, держа чисто за счет мышц. Команда Omnis Workout Team, Илья Соловьев, Илья Цимбал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и удачного изучения данного элемента. Пока!